во имя Аллаха. Сколько забирает произнесение слов «Субханаллах» у нас сил и времени? «Ля илляха илля анта субханака инни кунту миналзалимин» — сколько заберет? Однако каков результат этого? Это то, что избавляет нас от величайших горестей. Аллах сказал, если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в его чреве до того дня, когда они будут воскрешены. Он воззвал во мраках, и это спасло его от этих мраков. Мрак ночи, мрак моря, в глубине морской пучины и мрак чрева кита. Святый Божий.